Привет! Данное видео посвящено решению цепочек превращений. Также это был такой запрос от подписчиков. На примере этой цепочки проверяется у вас знание свойств брома. Бром является галогеном. Итак, из бромида калия, это соль, бромид калия, нам нужно получить бром 2 через одно превращение. То есть, чтобы получить бром 2 из калия, бром, мы должны, у нас должна вступить с калия бром в реакцию хлор 2. Это промышленный способ получения брома. Коэффициенты я уже поставила. Напомню, для тех, кто забыл, большая цифра возле вещества – это коэффициент, маленькая цифра – это индекс. Это пример реакции замещения. После того, как мы получили бром, нам нужно получить H-бром. Бром вступает в реакцию с водородом, это тоже его свойство. И у нас получается H-бром. Реакция соединения, когда из нескольких веществ образуется одно. Дальше. Из H-бром нужно получить соль, аргентум, бром. H-бром вступает в реакцию с солью. Мы взяли нитрат серебра, и это пример реакции обмена. В результате у нас образовался аргентум бром, который выпадает в осадок. Откуда я это знаю? Я знаю это из таблицы растворимости. Если вы посмотрите в нее, вы увидите, что аргентум бром нерастворима. Нерастворимая соль. И азотная кислота. Водород и серебро меняются местами. Реакция обмена. Если это было видео вам полезным, пожалуйста, ставьте лайк, подписывайтесь на канал.